Всем подписчикам большой привет! Началась весна, пора течения сока из деревьев. В это время большинство людей начинает собирать древесный сок. Но у нас в России принято собирать в основном из сок березы. Я уже второй год практикую сбор кленового сока. Для этого необходимо дождаться начала сока из течения. Это примерно середина апреля у нас в Сибири. Выбрать подходящее дерево, клен, толщина не менее 15 сантиметров, диаметр его. И проверить. Вот я проверил, что уже у нас начал капать сок. Пробное сверление. Видите, течет сок. Что для этого нужно сделать? Самый простой вариант. Необходим шуруповерт с перьевым сверлом диаметром 10 мм. Бутылка для сбора сока. Бутылка для сбора сока. Кусочек бечевки. И самое основное, это сбор идет по фитилю. Фитиль делаем из бинта. Широкий бинт, обычный, можно не стерильный бинт. Технология такая. Выбирается дерево, сверлом перьевым на 10 сверлится отверстие под небольшим уклоном туда, кнутри. Глубина отверстия три сантиметра. То есть на длину пера вычищается от стружек. Вот это вот отверстие вычищается. И в него загоняется кусочек бинта, отрезается. Бинт — это фитиль. Все. Фитиль, отрезанный сантиметров 30, скручивается в трубочку и пропихивается в наше просверленное отверстие прямо этим же сверлом. То есть запихивается кончик бинта. Чтобы он плотно сидел. Берется бутылка. Я беру 5-литровую, 3-литровую. И конец запихивается в бутылку. Чтобы не было пересечения вот этой ручки. То есть вот такой вот, вот такая конструкция получается. Затем привязывается через существующую пластмассовую ручку вокруг дерева бечевкой. Привязывается бечевка, веревка за ручку и немножечко натягивается для того, чтобы у нас бутылка стояла, желательно под какой-нибудь опорой, для того, чтобы когда полностью наполнится бутылка, она не опрокинулась. То есть веревка страхуется и держит бутылку. Сок начал активно течь. 5-литровая набирается, ну, в сутки примерно полностью. 5-литровая банка кленового сока. Кленовый сок более сладкий, чем березовый сок. И потом используется для приготовления квасов и просто из него выпаривают даже сироп кленовый. Спасибо всем за внимание. Заготавливайте кленовый сок.